23, this is Hitman 22, over. Ну ладно, будем надеяться, не взорвусь. Орел 3, руление на взлет. Ладно, был буду тусоваться только на этом. Орел 2 поднялся, может, все в порядке. Ну блин, не лагай. Ну, уже стартовал. Второй вертолет на 201. Первый вертолет на 202 дополнительно. А вертолет РФП на связи, прием. Все, спасибо, проверка окончена. Высота у нас 200, висим над леткой. По концу фреза может машину остановить на ходу, так что будьте внимательны, аккуратнее. Ну что, кто-нибудь попытается мне еще раз объяснить, как дополнительно настраивается? Ну ладненько, тогда буду на только на этой. Вертолет 2 высоту. Меня слышно хоть? Алло. Слышно, слышно, взлетает. Алло. Кстати, про ограничение самолетов ничего не написано. Сразу говорю. Город 05, добро на взлет. Небо снова нас зовет. Да, по какого цвета машинка у минометов? Есть информация? Белая вроде. А тип? Да вроде белая. Примерный рейс я поставил вместе. Юго-запад и запад. Юго-запад проверили чисто. Юго-запад. Дома были. Не могу нахватить. Thank you.
пилот на связи? На связи. Нормально? Да. А немедленно свяжись со своим умником, чтобы заправки был в центре аэродрома, а не на окраине. Слышал меня? Понял тебя. Ты придут к окраине и расстреляют его с автомата. Вот для тебя там какой-то ангар есть, вот пусть он туда входит и все дела. И там спрячься. Самета будут хуярить здесь аэродром. Передал. Она в зоне вашего поражения, выбивайте. Разве секунду, это свои отбой, слышали меня? БМП первый, свои. Поняли меня? Принял. Это свои едут, значит, Беркут, на связи? Беркут, ТЛФ. Коля? На связи. Значит, Баха твоя, привет, решилка твоя, скажи тебе своим, ЕРМ АПГ. Беркут на ДВ? Принято. Сейчас в АПГ приедет, Баха своя, решилка. Ты в ДВ говоришь. Беркут на ДВ? На приеме, на приеме. БМП с пехотой. К вам приедет Баха на гору. Соседи. Второй самолет на связи? Принято. Ребята, не пропустите информацию дополнительную вертолет 2. Это самое, город свои там могут быть. Только что наши проехали на заметку. Когда будет скоро? Орел 3, ДВ воздух. Просьба говорить, в какую вы ДВ говорите. Дополнительный вертолет 2 приняли. Вертолет 2 на связи. Никак нет, вертолет 2, это мы, Беркут. Вы вертолет 1 ведущий, мы ведомые. А самолет на связи? Я ведущий, принял. Говорит самолет первый. Мавр на связи, не умею настраивать дополнительный канал, поэтому буду находиться только на... Я Орел 3, говорите на какой-то... Да вы говорите, а то непонятно. Авиация. Я Орел 3 принял. Ну, значит, Мавр, смотри, северо-запад, вот в метке РП. Короче, на какой-то горилл РП две газели. Скорее всего, к северо-западу от метки РП газели. Понял? Принял, принял. Дополнительный вертолет 2 никак нет, не мы уничтожали. По-моему, самолет отработал. Мавр, сообщили, квадрат поставил метку. Мавр, метку принял? Метка крауд, вопрос. Нет, метка газели. Я Орел 3 не вижу метку, не вижу метку. А сейчас? Вижу, вижу, вот такую. Блин, лишь бы крауд сейчас не накрыть.
Вертолет 2, основной канал. Что за место, два человека, миномет? Заметка, то, что там два человека бегают рандомно. Вас приняли, осматриваем вертолет 2, мы над ней. Ну, я не знаю, это не значит, что миномет, а значит, что они все с края должны быть, чтобы учить. Вас принял. Павер, можешь спокойно работать с квадратом. Убедись, что газели везде. Принял. Верхов со связи? Верху. На прием. Обновите на своем месте зеленый стол. Красный в синем, сером, ну, в северном маркере красный актуальный, зеленые запасные. А что, говорит, ПЛА, на юге отарит еще один БМП, вижу, БПЛА, во-первых, ты должен различать между первой БПЛА, то коричневая БХ вражеская, коричневая, вторая, у нее тонкая дула, на заметку. Принял, принял. Офицер, взрывай. Самолет работает по западной стороне горы, место край. Л-3 принял. Офицер, на связь. Коля на связи? Ответил. Через 5 минут тебе на Тигре приедем. Принял. Минометом не долбил? Ты с шаров поедешь? Нет. Беркут, вроде по вам, миномет. Что это за... Коля, отбой, мы к тебе не приедем. Беспилотник, тепловизор есть? Конечно.
Рок-Випер на ДВ. Авиационная ДВ. Первый самолет, как у вас там? Я Орел 3, все нормально, поработал по газелям, пока еще цели. Коля, слышал меня? Коля Питонов. Коля Питонов. Там не наблюдается авиационная. Не, ну я что-то увидел, все попробует работать, не разглядел, что именно. А Берку подправь, короче, это не подбой, Авиационный Орел 3, это бэха была. Сейчас попробую метку на нее поставить. Вертолет 2, миномет не обнаружен. Ребята, авиационная, если что, эти каналы можно разнести направо-лево. ДВшка разносится дополнительно на отдельное ухо. Три дополнительно сделаны разные. Дополнительно Солид 2 поздравляю. Так. Ну, блядь. Говорит первый. Я вылетел. Новое железо. Это все вылетели? Столько. Это новый сервер? Да. Ну ладно, значит, хоть не это. Потому что я на самолете в это время пикировал, и у меня отсчет, в общем, это просто катастрофа. Зато я бэху, кажись, накрыл. Ибо она остановилась. Экипаж бэхи тут нету, это. Ну, синих. А, блин, ладно. А сколько? Чем мы будем?